В ремонте нуждаются далеко не все площадки в округе. На пересечении улицы 9 мая и Нагорного шоссе появилась новая многофункциональная зона для детей и взрослых. Тренажеры, качели и карусели, а также резиновое покрытие отвечают всем требованиям. Площадка отлично подходит для семейного отдыха. Почему, расскажет Надежда Сутягина. Я думаю, что не важно, по команде или нет, главное потрогать аплодисменты. Химки – округ массового спорта, поэтому спортивные площадки здесь особенно востребованы. Сразу после торжественной церемонии открытия гостей ждало настоящее шоу здорового образа жизни. Перед собравшимися выступили самбисты, показав пример воспитания силы и духа. Для тех же, кто занимается спортом для поддержания здоровья, на площадке предусмотрены тренажеры. Их лично протестировал глава округа Александр Дринов. И как вы сводите, заворачивая плечи назад? Вот, отлично. Этот воркаут, который здесь стоит, он, я вот на себе пробовал, и вроде просто, никаких сложностей нету, и антивандальное, оно тем не менее ощущается сразу, так сказать, реакция организма на такое воздействие. Чтобы результат занятий был положительным, необходимо выполнять упражнения правильно. Мастер-класс по работе на площадке провела заслуженный мастер спорта по бодибилдингу Юлия Ушакова. Кстати, занятия на этих тренажерах помогут химчанам подготовиться к выполнению нормативов ГТО. Приятно, когда коммерческие структуры выходят со своими инициативами и, скажем, помогают городскому округу в развитии и обустройстве дворовых территорий. Не устала? Да. Все тренажеры универсальны. Они подходят как для детей, так и для их родителей. Если взрослые выражают эмоции сдержанно, то маленькие химчане готовы рассказать, что им больше всего нравится. Мне нравится горка и качели. Мне здесь очень все нравится, здесь очень все прекрасно. Я люблю спорт. Я буду сюда приходить заниматься. Мне нравится все. Я пришла со своими сестрами. Мне очень здесь нравится, здесь все прекрасно. Я подружилась с многими девочками, и мне очень здесь нравится. Так как рядом с этим местом в дальнейшем вырастет жилой комплекс, маленькой, хотя и функциональной площадки не хватит. На этот случай уже разработан план дальнейшего благоустройства. Это тоже не конечная фаза, мы будем ее делать больше. Просто у нас здесь еще мероприятия будут идти по выносу сети, и когда мы их сделаем, мы ее разовьем дальше. И это будет еще порядка 15 квадратных метров, которые будут здесь же. Там уже будет воркаут-комплекс для спортивной тренировки, для норм ГТО. Развитию массового спорта в Химках уделяют особое внимание. За последнее время было открыто 4 универсальных спортивных площадки. В планах на следующий год оснастить каждый микрорайон зонами для подготовки к ГТО. Надежда Сутягина, Сергей Гвоздев, служба новостей.